стекло троллейбуса я разгадываю, как ребусы, ваши солнечные затмения, предназначенные. В преддверии нашего фестиваля, который будет, бардовской песни, который будет проходить 22 августа, Шухрат решил подарить свой концерт жителям города Владивостока, военнослужащим. У Шухрата есть целый цикл, огромный цикл военных песен. Он сам служил, воевал в Чечне в 95 году, был начальником поста охраны и обороны, и все это пронес через себя. Я как-то их так запишу и куда-нибудь засуну подальше. Потом думаю, потом, все потом. Ну вот, несколько таких.